Всем огромный привет, дорогие мои друзья и гости моего канала. Я закупилась, хочу вам показать свою покупку, свою закупку с ценами, конечно. И что же я купила? Обычно покупаю я, закупаемся мы на неделю. Итак, поехали. Распаковочка, друзья. Помидоры. Здесь 0,5 килограмма. Стоят эти помидоры 1 €11. Взяла я 3 пачки. Вот. А вот эти вот черри томаты, здесь 500 тоже грамм, стоят они 1 €79. Купила я 1 пачку. Вот такую капусту, называется она у нас шпицколь, то есть острая капуста, она очень мягкая, такая вот как свежая капуста, как летняя, весенняя, как первый урожай, так сказать. И капуста эта стоит 1 € 89 килограмм. Такой вот небольшой вилочек я взяла. Он у меня вытянул на 1 € 9 центов. Это обычный лук. Здесь 1 килограмм. Стоит 99 центов. Брокколи. Купила я в Лидле. Стоит брокколи 1 €11. В этот пучок редиски стоит редиска 79 центов. Большой пучок петрушки. Посмотрите, какой он действительно большой, пушистый. Он упакованный. Стоит этот пучок 1 € 49 центов. Вот такой вот маленький пучок укропа. Стоит 79 центов. Маленькие огурчики. Здесь 3 штуки. Сколько тут? 280 грамм. Стоит 89 центов. 2 авокадо по 99 центов. Вилок капусты. Капуста у нас стоит 1 килограмм 89 центов. Здесь выкинула на 2 €20. Кальраби стоит 69 центов. Также отварная свекла, здесь 500 грамм, стоит она 69 центов. Паприка красная стоит 1 € 49 центов, здесь 0,5 килограмма. Люблю, конечно, покупать и кушать вот такой вот сельдерей. Стоит у нас вот такая вот штучка, такой пучок, как его назвать, 99 центов. Но все, овощи, наверное, я вам все показала. Сеточку мандарин. Здесь 1 килограмм. Стоит 2 €29. Но это, конечно, самое вкусное, что я купила. Это малина. 125 грамм стоит эта пачечка. 1 €99. Почти 2 €. Виноград черный, стоит он 5 €. Виноград, кстати, без косточек, здесь 0,5 килограмма на 2 €, на 2,50, на 2 € 50 центов. Груши килограмм, стоит 1 € 79 центов. Итак, друзья, ну как же без бананов? Здесь 4 штуки. Бананы у нас подорожали. Раньше стоили меньше 1 €, сейчас стоят 1 € 29 центов. Вот эти 4 штучки вытянули на 88 центов. Друзья, вот пропустила. Китайская капуста у нас стоит 1 € 69. Здесь 700 грамм вытянула на 1 € 18 центов. Упаковка яиц. Здесь 18 штук. Упаковка стоит 3 €29. Купила я 1 пачку. Рыбы 3 сортов. Это на завтрак. Здесь 200 грамм. Стоит 4 €99. Это форель копченая. Здесь 125 грамм. Стоит 2,29. И вот такую вот соленую рыбу. Подкопченая, здесь 230 грамм, стоит 2,39. Куриная грудка, она уже порезанная на гуляш, здесь 400 грамм. На этой неделе была акция, то есть когда у нас акции, продукты немножко дешевле.
Стоит эта пачечка 3,49 цента. Куриная колбаса. Здесь 500 грамм, стоит 2 евро 39 центов. Сыр на любой вкус. Взяла вот обычную гауду. Стоит она 1 евро 79 центов. Тоже, по-моему, была акция эту неделю. Вот этот вот сыр. А как он называется? Он у нас тут подкопченый. Сразу вот с колбасой, с шинкин. Здесь 150 грамм, стоит 1 евро 99 центов. Ну, как раньше вот колбасный сыр был, у нас вот сразу он такой продается, нарезной. Стоит 1 евро 99, 150 грамм. Ну и, конечно, вот такие вот две пачки сыра я еще взяла. Эту неделю тоже была акция, стоит пачечка 1 евро 89 центов. Я взяла два разных вида, два разных сорта. Здесь сколько грамм? Ну, наверное, грамм 200. Каждая пачка стоит 1 евро 88. Любимая моцарелла. Люблю ее кушать на завтрак. Я взяла 3 облегченных пачки и 3 нормальных. На этой неделе у них акция была в магазине. Стоила эта моцарелла, эта пачечка. Здесь сколько? 125 грамм. Стоила 65 центов. А нормальная цена ее, по-моему, 89 центов. Ну, срок годности хороший, до 17 февраля, поэтому я вот набрала. Вот такой вот зернистый творог беру. Здесь две пачки взяла. Каждая пачечка по 200 грамм стоит 99 центов. Вот такой вот творог тоже беру, очень он нам нравится. Взяла две пачки, стоит одна пачка 1 евро 99 центов. Только взяла две разных по жирности. То есть одна 2,5 жирности стоит, другая 33%. Так что хочу что-нибудь сделать. Или блинчики пофаршировать, или, может, и испеку творожники. Вот такой вот еще кварк. Он такой мягкий, пастообразный. Здесь 500 грамм, стоит 1 евро 49 центов. Взяла одну пачку. Ну и, конечно, как же без кефира? 500 грамм стоит 55 центов. Я взяла две упаковки. В каждой баночке по 500 миллилитров. Вот такую вот копченую колбасу взяла. Здесь сколько? 200 грамм или даже меньше. Да, тут не вижу что-то я. Сколько тут? Ну, наверное, 100 грамм. А, даже 90 грамм. Вот стоит 90 грамм. Она из курицы. Копченая. Видите, вот такие вот длинные палочки. Кстати, очень вкусная. Стоит эта пачка 1 евро 99. Вот так взяла. Иногда хочется что-то пожевать. Так, сыр, конечно же, очень... Он не такой вкусный, на мой вкус, но он очень полезный. Здесь много протеина и мало жира. В этой пачке 200 грамм. Стоит эта пачка 1 евро 79 центов. Взяла вот такую огромную пачку вермишели. Здесь 1 килограмм стоит 99 центов. И вот такую вот маленькую пачку взяла. Также это вермишель. Это китайская вермишель. Для... Ну, то есть я буду готовить с мясом и с овощами. Выглядит она вот так вот. Стоит она 59 центов, 250 грамм. Сливы. Они сушеные. Здесь 500 грамм стоит 4 евро 99 центов. Они уже готовы к употреблению, без косточек. Здесь 250 грамм, 199 центов. Вот сухарики. Это из черной муки, фолькорн. Здесь 250 грамм, стоит 1 евро 39 центов. И также я себе покупаю вот такие вот вафельки. Кто-то их печет. Я покупаю готовые в магазине. Стоят они у нас 85 центов. Здесь сколько? Здесь 100. В каждой пачке 100 грамм. То есть набрала себе всяких разных. И вот такую вот маленькую пачечку взяла. Тоже здесь вообще мало. 44 грамма, а стоит 79 центов. Ну, они мне очень нравятся, поэтому купила 3 пачки. Такой вот зеленый чай. Он уже сразу с лимоном. Стоит эта пачка 99 центов. А это... для желудка.
чтобы хорошо желудок работал, чтобы хорошо он освобождался. Эта пачка стоит, сейчас также была акция, эта пачка стоила 1 евро 79 центов. Ну вот еще грейпфруты остались, они стоят у нас 49 центов одна штучка. Купила две. Все, друзья, вот такая у меня закупка. Закупилась я на 129 евро. Итак, все, буду заканчивать свою распаковочку и буду ждать ваших комментариев. Пишите, дорогие друзья, смотрите, подписывайтесь на мой канал. Мне очень приятно. Я желаю вам всего самого доброго. Всем пока-пока!